Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна, я активный пользователь и консультант компании «Сибирское здоровье». И сегодня я хочу вам представить очень важный продукт, это омега-3. Все мы знаем, что омега-3 – это такой продукт, который влияет на весь наш организм, который приносит неоценимую пользу нашему организму и от которого зависит наше кровяное давление, свертываемость крови, зависят обменные процессы, обмены холестерина, инсулина в нашем организме. И все мы прекрасно знаем, что омега-3 не синтезируется в нашем организме, и получить мы его можем только извне. И очень важно, чтобы мы его получали в качественном виде. Вы знаете, вот в компании «Сибирское здоровье» производится два вида омега-3. Это северная омега. Северная омега – это вот такие капсулки, в которых обработанный рыбий жир. Только рыбий жир. И здесь больше ничего не присутствует. И он служит просто источником омега-3. И еще один продукт – это Тримеговитал «Сибирский лен». Это вот такие, опять же, капсулы. И я предпочитаю употреблять именно этот продукт. И сейчас я вам скажу, почему. Вот до недавнего времени мне казалось, что вот два продукта, вот я сейчас их просто сравню. Была акция, и я купила северную омегу. Ну, во-первых, для того, чтобы попробовать, во-вторых, чтобы сэкономить деньги и посмотреть, каков будет результат. То есть до этого мы всей семьей пили вот Тримеговитал «Сибирский лен» и потом попробовали северную омегу. Но так как были проблемы у меня, у близкого человека с кожей, это была аллергия, и кожа была потрескавшаяся. Но он у меня пил вот сибирский лен, и кожа, она у него, трещинки все исчезли, просто исчезли. И он вот употребляет эту омегу каждый день по 3 капсулы. И потом мы заменили сибирский лен на северную омегу. И вы знаете, какой интересный результат получился? Трещинки снова стали появляться. К чему я это вам говорю? Вот я сравниваю два продукта. Это омега-3 и это омега-3. Вот в состав этой омеги входит только рыбий жир. Очищенный, качественный рыбий жир. И это омега-3. Для того, чтобы... Это как источник просто омега-3. Просто. То есть просто, чтобы было. Но если у вас есть какие-то проблемы, если в вашем организме не хватает каких-то витаминов, что очень важно, кстати, вот я опять же узнала об этом, что именно, чтобы омега-3 усваивалось, нужны, оказывается, условия. И почему именно эта омега действует на него вот таким вот положительным образом? Потому что здесь состав. В составе этих капсул входит омега-3, это рыбий жир, сибирский лен. Кстати, рыбий жир очень хорошо обработан. Кстати, что здесь он хорошо обработан, что здесь хорошо обработан. Значит, рыбий жир, сибирский лен и витамин Е. Вы понимаете, вот витамин Е, он способствует 100% усвоению омега-3. Вот именно поэтому кожа стала приводиться в порядок, трещинки стали заживать. И вот именно поэтому вот этот продукт мне нравится больше.
Но если, ну опять же, если с вашим организмом все в порядке, и вы просто хотите иметь источник омега-3, вы можете использовать северную омегу. То есть это более дешевый продукт, но менее богатый по своему содержанию. И у меня очень большое желание прочитать то, что написано на упаковке. Гренландские эскимосы имеют самое сильное и здоровое сердце, и секрет их поразительного сердечного долголетия таится глубоко под водой. Четверть века назад ученые открыли в жире арктических рыб удивительные природные вещества, которые сохраняют молодость клеток сердца и сосудов. Это омега-3, полиненасыщенные кислоты, незаменимые вещества пищи, без которых не могут нормально работать ни сердце, ни сосуды, без которых нельзя представить нормальное кровяное давление, нормальную свертываемость крови, а также нормальный обмен холестерина и инсулина. Кстати, это касается тех людей, у которых имеется сахарный диабет, вот, либо у кого повышенный сахар. То есть омега-3 нужно кушать обязательно. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты называют незаменимыми, потому что наш организм не способен их синтезировать самостоятельно. Мы должны их получать каждый день с пищей. Это может быть морская рыба и морепродукты, либо, если брать растительные источники, льняное масло, которое также содержит одну из разновидностей омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, либо специальные концентраты омега-3, полиненасыщенных жирных кислот. Новый липидный концентрат 3 мегавитал сибирский лен и омега-3 содержит максимально возможную концентрацию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, выделенных из глубоководных морских рыб и сибирского льна, а также обогащен витамином Е, который обеспечивает высокую степень их усвояемости. Важной особенностью омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в составе липидного концентрата 3 мегавитал сибирский лен и омега-3 является то, что они изготовлены по уникальной технологии, благодаря чему практически полностью избавлены от специфического запаха и вкуса рыбьего жира. Вот такие вот два продукта. Что вы выберете, это уже зависит только от вас. Но мой выбор – это 3 мегавитал сибирский лен. То есть это омега-3 очень высокого качества, очень действенная и усваивается на 100%. На этом я свой обзор заканчиваю. Вы хотите и дальше получать информацию от компании «Сибирское здоровье»? Тогда записывайтесь на вебинар. Запись на вебинар находится с правой стороны от вас. А я с вами прощаюсь, и встретимся мы с вами уже после регистрации.